Мы сейчас находимся в Venice Beach, леди и джентльмены. Идем на самый пляж, где куча красивых людей. Вот. Только что припарковали машину. Здесь стоянки, кстати. Самую дешевую стоянку, которую мы нашли, это 7 баксов. А знаете, сколько мы припарковались? Раз. Где-то. Los Angeles, shameful city. I've been taken by the world below. Los Angeles. Пришли, мы в центре причала. В самом центре. Маленькая девочка. Нет, это не маленькая девочка. Маленькая девочка упала. И ноет. Всего у меня осталось здесь в руках еще 4 гривны на нашем. Чтобы вернуться сюда обязательно в ближайшее время. Los Angeles, shameful city. I've been taken by the world below. Los Angeles. Этот театр раньше назывался Kodak, сейчас называется Dolby. Именно здесь проходит ежегодная церемония вручения Оскаров. Вот здесь будет подарок. Вот здесь вот примерно, да, красная дорожка. Вот этого вы не видели. Еп. Сейчас, секунду. Сейчас, из лимузина. Раз, вышел. Yeah, thank you. Okay. Let's go. Оскар там. Там дальше один год будущее. Годы, которые еще не наступили, и название их победителей еще не там. Я понял. И, возможно, именно наши фильмы. Возможно, вот что-то мне вот этот 2024 год, вот я запомнился. Друзья, если я получу Оскар в 2024, вот вам знак, свыше. Не бывает ничего невозможного. They did the job, money came with ease. But one couldn't stop, it's like he had a disease. He robbed an Abba and a Abba and a sister and a robber. Chopper up on hand and was released behind the cover. The cop grabbed his arm, started acting erratic. He said, you too, boy, know this for sure. Punched him in his belly and he gave him a slap. Pulled him to the head and then the boy was strapped. The cripple got a gun and said, why are you hitting me? The barrel said, straight for the cop's kidney.